Челябинске вспыхнул пожар на территории храма «Утоли моя печали». Языки пламени сняли на видео очевидцы. Известно, что на территории храма есть хозпостройки, свои тепличные хозяйства. По данным МЧС, на территории храма загорелась старая «Газель». Сообщается, что машина долгое время не эксплуатировалась, однако неожиданно вспыхнула. Местные жители тут же вызвали на место ЧП огнеборцев. Те среагировали моментально, поэтому обошлось без пострадавших и погибших. Причины возгорания на данный момент выясняются. А это Златоуст. Во дворе одного из районов города вспыхнуло авто. Ничего себе, ты смотри. Точных данных о том, что действительно случилось, пока нет. Не исключено, что машину подожгли. Автомобиль горел так, что, скорее всего, восстановлению не подлежит. В Ленинском районе в пятиэтажке на улице Гончаренко произошел пожар. Огонь вспыхнул на четвертом этаже на кухне. На место, по данным МЧС, прибыло 13 человек личного состава и 4 единицы техники. Повреждены кухонные гарнитуры, вытяжка. Причины возгорания устанавливаются.